Следующее, что я хотел бы, чтобы мы разобрали до переменки, тут совсем немножко осталось, достаточная благодать. И это как бы тоже очень важный момент в плане исцеления. И вот мы уже разбирали это место, которое записано вторым Коринфянам, про жалобу плоти. Павел пишет: «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: доволен для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Вот Павел просил, чтобы это жало из плоти Бог устранил. Но Бог отвечает: достаточно для тебя благодати моей. И вот эта фраза «достаточно для тебя благодати моей», она вот как бы очень-очень глубокая. И суть в том, что Божье прикосновение, оно всегда приносит исцеление, но не всегда это физическое исцеление. Это может быть исцеление от необходимости исцелиться. То есть мы можем быть уверены в том, что в любых обстоятельствах благодати Божией достаточно для того, чтобы нам перенести их с радостью и с миром в сердце, какими бы тяжелыми они ни были. Если Бог предназначил нам пройти через какие-то испытания, мы должны понимать, что Бог даст достаточно благодати, чтобы нам их пройти. Павел пишет: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления вашего во Христе Иисусе». Мир, который превыше всякого ума. Вот умом порой будет казаться невозможно, как можно сохранять мир в каких-то обстоятельствах. Но благодати Божией достаточно. Вот это вот глубина христианства. Вот какое-то время назад ко мне в руки попала книга, очень интересная книга, ее написал Тим Хансель. Вот это человек, который был альпинистом, верующий, и повредил себе позвоночник. И 10 лет он пролежал со страшными болями, парализованным. И он пишет очень-очень глубокие истины. Одно дело говорить о болезни, страдании, будучи здоровым, вот у меня все хорошо, это как бы чистая теория. Другое дело, когда человек сам испытал страдания и пишет о страданиях. И вот, к сожалению, эта книга не переведена на русский язык, но если она будет переведена, это будет очень-очень большой вклад. Вот. И вот что он пишет. «В течение уже многих лет люди постоянно спрашивали меня: разве ты не молился Господу, чтобы Он исцелил тебя? Мой ответ – конечно. Почему же, на твой взгляд, Он не исцелил тебя? Он исцелил. Но я думал, что ты все еще испытываешь боли. Да, испытываю. Я что-то не понимаю». Он пишет: «Я молился 100, может быть, 1000 раз, чтобы Господь исцелил меня. И Он, наконец, исцелил меня от необходимости быть исцеленным. Я обнаружил мир и покой посреди боли. Я, наконец, пришел к осознанию того, что если Господь может лучше использовать это тело таким, какое оно есть, тогда так должно и быть. Я уверен, что я был бы другим человеком, если бы не этот несчастный случай. За прошедшие 10 лет у меня была возможность пройти самый ускоренный курс познания Бога за всю мою жизнь. Я чувствую, что я получил докторскую степень знания жизни. Хотя, он пишет, за последние 10 лет у меня были мучительные переживания, я не могу представить свою жизнь без них. Я знаю, что приобретенное в результате этого многократно превышает все потери и трудности». То есть, несмотря на то, что Божья воля не была в том, чтобы устранить вот эту болезнь, Бог дал достаточную благодать, чтобы иметь мир в сердце в обстоятельствах, когда, казалось бы, мира иметь невозможно. Да, умом кажется невозможным понять, как можно иметь мир в сердце и покой, и вот такое довольство, находясь в такой болезни. Но Бог нам дает мир, который превыше всякого ума. Да? Говорится, что мы должны все желания приносить Богу, но это значит, что Он все нам будет давать. Да? Он, значит, он мир, который превыше всякого ума, соблюдет сердца наши, помышления Христе Иисусе. Вот 22-й псалом: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И вот эта фраза «я ни в чем не буду нуждаться», она понимается по-разному. Некоторые она понимает, что у меня будет все, что мне нужно. У меня будет самая лучшая машина, самая лучшая квартира, самая лучшая одежда, самая лучшая еда и так далее, и так далее. Но если человек начинает так думать, он попадает в ловушку, потому что пределов человеческих желаний никогда не будет. Что здесь говорится, что у меня будет все, что мне нужно. То есть у меня, я не буду желать то, что мне не нужно. То есть у меня будет довольство тем, что есть. Господь не обеспечивает то, что есть, потому что Он знает лучше, что мне нужно. И у меня будет довольство тем, что есть. Вот апостол Павел пишет: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Вот контекст этой фразы. Фраза-то часто вырывается из контекста. Да? Контекст фразы говорит о том, что я могу сносить как и нищету, так и процветание. То есть я могу сносить и голод, могу сносить изобилие. Все могу. Да? Потому что благодати Божией достаточно в любых обстоятельствах. Вот мы уже говорили о Джонни Умбере. Или,
человек, который основал третью волну, Джон Уимбер. И он заболел раком в 1995 году. И в 1996 году он написал статью. Человек, который мало того, что он молился об исцелении, он является как бы основателем движения за чудеса и знамения в церкви. И вот что он пишет. Уже будучи больным, он много переосмыслил, и он пишет, некоторые христиане полагают, что мы никогда не должны сталкиваться с сомнениями, страхами, беспокойством, разочарованием, депрессией, горечью и агонией. А если христиане это начинают переживать, то потому, что их вера слабее, чем она должна быть. Разочарование и отчаяние, случающиеся иногда, это грех. Если это действительно так, то я плохой христианин. Во время борьбы с раком я пережил не только физические страдания за своих проблем со здоровьем, но и долго боролся с депрессией. Но я также обнаружил, что, глядя на Христа из долины смертной тени, я увидел его таким, каким не смог бы увидеть другим способом. В пустыне звезды светят ярче. Нет никаких препятствий и разрушений. Нет никаких других отвлекающих огней. Вид из долины смертной тени не так уж плох, потому что сияние Иисуса так прекрасно. Я знал, что Он был со мной, даже когда я не был настроен общаться с Ним. В течение того года лечения мы с моей женой Кэрол ходили в больницу вместе. И именно в приемной, перед комнатой, где делали лучевую терапию, я пережил Божий мир, превосходящий мое разумение. Да? Казалось бы, умом понимать сложно, как можно иметь мир. Вот наш Джим болеет раком. Да? Казалось бы, как вот можно сохранять спокойствие. Но Бог дает мир, который превыше нашего разумения. То Он дает возможность исцелиться, от необходимости исцелиться тогда, когда воля не в том, чтобы исцелить физически. Вот, понятно, что стать верующим – это путь оздоровления. Вот, и Слово Божье призывает к такому образу жизни, который ведет к более здоровому образу жизни. Да? Мы должны не бояться, мы должны находиться в общении. Общение очень полезно для здоровья. Прощать, потому что прощение также полезно для здоровья и так далее. Но все это на самом деле ведет к оздоровлению человека, но это не гарантирует избавление от всех болезней. Понятно, да? То есть мы должны понимать, что как бы хорошо бы мы ни жили, все равно есть те факторы, которые мы не контролируем. Если бы мы контролировали все в этой жизни, мы были бы богами. Но мы люди, есть вещи, которые контролирует Бог, а не мы. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. И заключение. Чем сильнее мы пытаемся бороться с нашей болью и печалью, тем более замкнутыми и напряженными мы становимся. Когда же прекращаем погоню за мгновенными решениями и находим покой в настоящем, то наша боль становится меньше, и больше пользы можем принести окружающим. То есть, другими словами, чем сильнее мы зацикливаемся вот на своей проблеме, тем сильнее эта проблема становится. К сожалению, большинство из нас попадают под влияние общества с его погоней за обладанием чем-нибудь. Некоторые люди живут мечтой. Пусть сегодня все так хорошо, но вот скоро обязательно все наладится. И, к сожалению, вот люди, которые в этом учении, они в основном все живут мечтой. Мечтой на получение богатства, мечтой на получение там, здоровья, исцеления. Они живут мечтой. Но опасность в том, что наши мечты могут стать нашими идолами. И вся наша жизнь будет принесена им в жертву. То есть идол может быть не что-то материальное, там, какая-нибудь там, машина, квартира. Идолом может быть сама мечта. Вот сама мечта, и наша жизнь будет служение вот этому идолу, служение нашей мечте. И настоящая болезнь многих людей, это один человек написал, настоящая болезнь многих людей в том, что они не удовлетворены настоящим. Они желают, чтобы следующий миг дал им то, чего у них нет сейчас. И когда приходит такое желание, настоящее кажется неполным. Такое желание ищет чего-то где-то далеко. Наполненность – это удовлетворение тем, что есть сейчас. Да? Павел сказал, великое приобретение – быть довольным. То есть, довольство тем, что есть сейчас. Если совершенно здоровье принимается как норма, то тот уровень, в котором нужно пребывать, то очень трудно быть довольным, когда мы не на этом уровне, когда нам еще что-то нужно, чтобы быть довольным. Понимаете, да? То есть, наполненность – когда мы довольны тем, что есть сейчас.
Многие из нас пытаются избавиться от своей болезни и немощи как можно быстрее, чтобы мы могли стать более полезными для Бога. Но Бог напоминает нам снова и снова в своем слове, что его сокровища мы носим в глиняных сосудах, чтобы превосходство силы принадлежало Богу и не было от нас. То есть, когда мы немощи, тогда мы сильны. Самую лучшую работу Бог совершает в трудных для нас обстоятельствах. И мы живем не видением этих трудностей, а верой в тот нерукотворенный вечный дом на небесах, который нас ожидает. И часто вот все эти беды – это способ для нашего роста. И это приносит нам радость. И радость – это процесс, и это тайна, в которой мы участвуем. Это не что-то, чем мы можем обладать. Если мы говорим, если бы я только был здоров, то как бы и я был бы счастлив, то тем самым мы как бы вот это счастье из рук упускаем. Вот Джон Уимбер еще написал в той статье такую цитату. «Когда я проходил курс лечения от рака, я получил письмо с таким вопросом. Вы больны раком. Неужели вы все еще верите в исцеление?» Я написал в ответ: «Да, верю. Это правда. Но я также верю и в боль. И то, и другое в Слове Божьем. В течение того года, когда я боролся с раком, Господь очистил меня от многих нехороших привычек и взглядов, и благодаря этому я вырос во Христе. Некоторые существенные этапы моего духовного роста имели место в то время, когда я испытывал боль. Я каждый день делал выбор позволять Богу работать со мной своими методами, даже через несчастье. Трагедия, болезнь, неожиданные потери и боль – все это будет оказывать на нас влияние. Я не знаю никого, кто согласился бы добровольно страдать подобным образом. Но тем не менее, Господь использует этот опыт для того, чтобы осуществить свои цели в нашей жизни или с нашей полной помощью. Но этого нельзя бояться. Бог полновластен. Он наше богатство и наш мир. Его замысел, который заключается в том, что мы проведем с Ним вечность, надежен. Мы должны быть уверены в этом. Ничто не может победить нас, и в этом заключается хорошая новость». То есть вот в этом и есть полнота Евангелия. В Слове Божьем есть и исцеление, есть и боль. И это полнота Евангелия. Когда люди называют полным Евангелием только исцеление, то на самом деле вот ирония в том, что они делают Евангелие половинчатым. Понимаете? На самом деле полнота Евангелия в этом. И в нашей жизни мы очень много принимаем как должное. Вот сегодня я проснулся без боли, без болезни. Является ли чем-то, что я должен принимать как должное, или это милость Божья? Вот, конечно, не хотелось бы заканчивать таким примером, но однажды я был на кладбище и обнаружил, что как много людей умерло в возрасте моложе меня. То есть я еще живу. Означает ли это, что я должен принимать это как должное, или это милость Божья ко мне? Да? То, что мы сейчас не испытываем болезни, не испытываем мучительных болей, является ли это чем-то, что Бог обязан давать, или это Его милость к нам? Да? И лучше достается тому, кто оставляет выбор за Богом. Да, известная фраза. И выбор, исцелить или нет, мы должны оставлять за Богом. Бог всегда даст самое лучшее для нас, потому что Он любящий. Но как бы любая просьба, она подразумевает ответ, два ответа, да или нет. Да? И мы должны Богу давать выбор. И в этой жизни Бог часто будет исцелять. Но понятно, что вот это «еще нет», оно ожидает на Царстве Небесном. И «еще нет» оно включает в себя совершенное здоровье.